поселят. Только чтобы тихо. Чья машина? Невозможно работать. А потом жалуются. Мусор, мусор. А кто тут насчет мусора разоряется, а? Ну-ка, Елдырин, сними-ка с меня кителек. Протокол составлять буду. За оскорбление должностного лица. Как это? А вот так вот. Президент что сказал? Так, мусор, но другого мусора у нас нет. Да я не об этом, товарищ майор. Я водитель мусоровоза. А к контейнеру не подъехал. Поставили машину прямо в проезде. Вот именно, господин полицмейстер. Житья от этих душегубов не стало. Недавно собачка моя пописала на какого-то ягуара. Так хозяин ее так облаял, что она пришла домой, легла на диван и умерла. Ладно, ладно, разберемся. Чья машина? Да это стачка, Мишника Салапова. Салапов, Салапов, кто такой? Сын нашего мэра. Ну-ка, Елдырин, накинь-ка на меня кителек. Что-то вроде ветром подуло. А тебе что? Обязательно сейчас контейнерами грохотать надо. Ну, из грохота не получается. Да, не получается. Нет, нет, это не Мишки Косолапова машина. Нет, это какой-то прощелыга. Тайки вон с листоновой приезжает. Я не дала, дала. Но еще говорят, он велосипедиста сбил. А ну-ка, Елдырин, сними. Тихо, тихо. Да. А что ему за это будет? Да ничего не будет. Он же сын прокурора. Ну как, а где? А где сбил-то? Да по косе. За деток писали. Вот. И теперь имя этого велосипедиста вся читающая Россия узнает. Ну ладно, ладно. Ладно бы кабана сбил. Кабан охраняется природой и законом. Может, велосипедист, скотина неразумная, действует все бренди. Ну ты что стоишь? Не жарим совсем не дур. Че-че, мусора у нас, во, на всех хватит. Хамелеон? А вы, господин Шляпин, несанкционированные лозунги не выкрикивайте. Я не гражданин Шляпин, а человек. Тем более... В человеке все должно быть прекрасно. Но это же я сказал. Ошибаетесь. Это сказал министр МВД товарищ Нургалиев. Пошли, Елдырин. А еще увидим небо полковничьих звездок. Проститься нету мочи, о милая Джульетта. Спокойной ночи.